В Сыктывкарском университете подвели итоги проекта «Академия финансовой грамотности для школьников». На протяжении последних 3 месяцев вуз выступал площадкой для организации экспертных встреч и мастер-классов. Школьники 8, 9 и 11 классов изучили основы финансовой и налоговых систем, а также азы бизнес-планирования, управления финансовыми рисками и поиска источников финансирования инновационной бизнес-идеи. Своим мнением о работе Академии поделился руководитель проектного офиса финансовой грамотности и развития молодежного предпринимательства СГУ Ариф Шихвердиев. Я считаю, что вот мы очень эффективно работали, и школьники такие, как по-новому говорят, такие креативные, такие, в общем-то, симпатичные. Вы смыслите, что они осваивают, в общем-то, как сказать, вот все, что мы говорили и подсказывали. И в конечном итоге вот из 20 школьников, которые вот с нами работали по программе вот Академии финансовой грамотности и предпринимательства, вот 11 человек вышли, ну, с определенными проектами. Районы уже готовы к вам присоединиться? На сегодняшний день со мной разговаривал руководитель Каркировского муниципального образования. И мы готовы с ними вот работать. Я думаю, что мы с сентября, с помощью Бога, начнем. И меня еще рекомендовала Якимова, это замминистра образования, чтобы мы Сыктывдинский район еще взяли. Я лично знаю руководителя администрации. Я думаю, что вот с этими 2 районами мы с сентября начнем. Стоит ли ждать Академии в 2019 году? Я думаю, что да. Будем стараться, чтобы вот в опорном вузе, чтобы, как сказать, вот мы могли развивать. И у меня есть просьба или поручение заместителя председателя правительства Натальи Алексеевны Михалченковой, чтобы эту нашу программу, этот проект, как бы, ну, по всей республике. Вот думаем сейчас, как это, как бы, реализовать по всей республике, по всем школам. Я думаю, что у нас определенные планы уже есть. Организаторы уверены, что выпускники программы теперь смогут защитить от махинаций, мошенников и финансовых пирамид не только себя, но и своих близких.